Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня будем смотреть лучшие акции и предложения 5-го каталога Avon. Посмотрим, какие же у нас будут призы, новые программы и так далее. Посмотрим фокус, аутлет. Оставайтесь со мной до конца. Давайте начнем с брошюр. Прислали вот такую вот новиночку, да, прошлого каталога, помаду «Матовая легенда». Мне не понравился ни один из оттенков, ни совпадение с каталогом, ни совпадение с картинками. Оттенки большинство старят, некрасивые. Сколько обзоров смотрела, девчонки, ни один оттенок не привлек мое внимание, поэтому даже такой выгодной акцией воспользоваться не хочу. Дальше у нас программа «Преобразись этой весной». Программа для представителей с 24 марта по 13 апреля. Придумай весенний образ, устрой девичник, подобрать уход для лица, заказать приз от Avon до 13 апреля. Условия у нас на обороте. Мы размещаем заказ на сумму до 6000 рублей и получаем приз-сюрприз. По коду, да, его можно заказать. А если наш заказ больше 6000 рублей, то мы получаем два аромата. Life Color и второй у нас Avon Real для него. Я, конечно, бы хотела больше получить эти два аромата, нежели кота в мешке, поэтому буду стараться на 6000 набрать. Outlet. Здесь у нас по очень привлекательной цене Attitude. Сиреневенький за 299 рублей, да, кто любит этот аромат, пожалуйста, я как-то равнодушна к нему. И корейские крема для рук за 179 рублей за 30 миллилитров, но это крайне небюджетно, девчонки, я не знаю, насколько они должны быть хороши, чтобы столько стоить. Бижутерия, я посмотрю, может быть, что-то себе возьму на лето. Вот это, кстати, подвесочка за 139 рублей у меня была. Я совершенно случайно, нечаянно сходила в душ вместе с этой подвеской, и она у меня вся облезла. Хотя к бижутерии Avon отношусь классно. У меня от сережек Avon не чешутся уши, что вообще супер. Обычно от всей бижутерии чешутся. Тут по классной цене будут джинсы. Обычные такие на резинке, да? Джеггинсы даже, наверное, точнее, брюки. Это не джинса, по-моему. За 799 рублей вот эти синенькие. И завышенные, на которые давно смотрю, будут по 1100. Но размер только 56-58. Огромные. А девчонки говорят, что они так больше мерят. А вот это платье брали мы с соседкой в прошлом заказе. Кому интересно, оставлю подсказочку в инфобоксе, где можно посмотреть, как на ней оно сидит и вообще как выглядит. Классное. Но себе заказывать не буду только потому, что, ну, не будем же мы с соседкой ходить в одинаковых. Да, я брала себе в прошлом каталоге. По-моему, коллекция называется Джеггинс платье. И тоже посмотрите, оставлю обязательно подсказку. Из косметики меня здесь тоже, девчонки, ничего абсолютно не привлекло. Ни по ценам, ни почему. Ну, кисть для контуринга за 300 рублей, двухсторонняя, в принципе, нормально, с учетом того, что здесь у нас две стороны, но все равно нет. Так что по аутлету я ничего, девчонки, брать не буду. Что же интересного нам приготовил фокус? Снова нам рекламируют эти капсулы, ампулы с проретинолом, которые обещают за 7 дней преобразить нашу кожу. Но я не знаю, я не слышала, девчонки, восхищенных отзывов на них, если честно. И вообще мне уход для лица от Avon не очень подходит. Ну, я не говорю про маски. Маски я обожаю эвонские. А вот что касается Inyou, мне не очень нравится. Вот опять эта помада с неудачными оттенками. Линейка Avon Kia у нас по интересным ценам. Ну, мне кажется, они обычные. Может, чуть-чуть сниженный крем для рук за 49 рублей, да? Планета Спа. Здесь у нас новинка. Мультифункциональное масло за 199 рублей. Я, возможно, воспользуюсь акцией, да, и возьму его попробовать. Надо посмотреть, сколько оно будет стоить в 6-м каталоге. А то бывает так, что нам в фокусе предлагают дороже, чем будет стоить в 6-м каталоге. И еще новиночка из линейки Food Works. Здесь у нас скраб для ножек к лету, да, готовим ножки. Цены, кстати, вообще потрясающие. Сыворотка для ножек и спрей мгновенно дезодорирует, освежает. Посмотрю, может быть, тоже что-нибудь и возьму, буду добирать заказ. Дезодоранты буду брать мужу, ему понравились дезодоранты от Avon. Здесь у нас набор со скидкой 60%. Мне не подходят средства для интимной гигиены, а так, в принципе, можно было бы его и взять. Хотя, если эти продукты брать по отдельности, такая же цена практически выйдет по акции, да. Только в журнале «Фокус» у нас будет губная помада с эффектом объема по цене 139 рублей, любая помада. И губная помада «Призма». Я не брала ни ту, ни другую. Девчонки, кто пользовался, напишите, пожалуйста, стоят ли они внимания. Я так понимаю, они глянцевые, да, и, скорее всего, не очень стойкие. Но я буду ждать ваши отзывы, может быть, рассмотрю какой-то вариант для себя. Пробные образцы. Здесь у нас, кстати, будут наборчики для представителей. Так, где они? Прям уже расфасованы. Это, кстати, классно, удобно. Вот они. Мы под любой цветотип кожи можем подобрать себе набор. Теплый, нейтральный, да? И вот прям вот коллекция помад сюда у нас входит. Малышки,
10 миллилитров, получается, в виде спрея они будут по 149 рублей. Я брала на первых порах в Avon для знакомства с ароматами. Удобно очень положить в сумочку и носить с собой. Так, здесь у нас корректирующее белье, я так понимаю. Женские леггинсы, женский топ и шорты. Я, может быть, взяла бы топ. Я люблю такие топики летом надевать там под жакет или подо что-нибудь. 759, но здесь же у нас не будет никакой скидки, по-моему, совсем, да? Поэтому, мне кажется, почти 800 рублей дороговато. Посмотрю, может, потом будет скидка. Ну и ничего такого тоже интересного, девчонки, в фокусе нет. Прямо, чтобы какие-то были вау-акции. Так что давайте смотреть каталог. На обложке снова у нас про ретинол. И на развороте 18 патентов в мире, мировое открытие. Прям говорят, девчонки, ну, я не знаю. Я не знаю, конечно, как насчет мирового открытия. Уход от Inyou. И здесь у нас будут шок-цены. Есть действительно выгодные варианты. Но я еще раз говорю, мне Inyou уход вообще не подходит. Прям вот от слова вообще. Поэтому я не буду пользоваться. Купи любые товары на сумму 499 рублей с определенных страниц. И мы можем заказать довольно популярные ходовые, да, ароматы за 500 рублей. Вот череш мне нравится. Розовый для меня слишком приторный, а классический прям потрясающий. Сумочки. Хочу сумочку, девчонки, через плечо. Кстати, довольно большая сумка. Буду смотреть, присматриваться. Может быть, что-то для себя и подберу. Потому что прям действительно не хватает сумки через плечо и такой вместительной. Но это, конечно, прям, ну, большая, поменьше хочется. И получается, что у нас еще и кошелечек внутри сумки. Так что за 1000 рублей мы можем купить и сумку, и вот такой симпатичный кошелек. 4 расцветки у нас представлены в каталоге. И в 5-м каталоге мы с вами, девчонки, будем собирать звезды и получать скидки. Те товары, которые у нас помечены звездочками, да, любимые продукты со страницы 1.35 получается, и со страниц 1.39 в 6-м, то есть и в 5-м, и в 6-м мы набираем с вами звезды за каждые 500 рублей заказа, именно с этих страниц. А потом будем обменивать звезды на призовые товары со скидкой до 50%. Я, конечно, на эту акцию не буду особенно ориентироваться, потому что лак можно взять за 500 с чем-то по скидке и так, а тут получается 6 звезд, то он будет стоить 500 рублей. Очень такие сомнительные акции, поэтому вот эти вот именно акции со звездами я обычно избегаю. Здесь у нас территория ароматов, классная акция, 1 плюс 1 равно 3. Со страниц 20-29 можно взять 2 аромата по цене 3. И цены, в принципе, они не завысили, что хочу сказать. По 500 рублей у нас идут ароматы и довольно популярный мужской маск. Я знаю, у него много любителей у Пюрбланки. И софт маск, поэтому даже Blue Individual, вот это вот и все вообще Blue, какие только возможны, в Avon, тоже будут по этой акции. Здесь 100 миллилитров, классно. Я подумаю, у меня уже знакомая тоже хочет поучаствовать в этой акции, так что посмотрим. Мой любимый Incandescence. Вот такие вот наборы будут участвовать в акции, да. 849 рублей большой полноразмерный, плюс 10 миллилитров, плюс дезик. Я не буду пользоваться этой акцией, девчонки. Я хочу дождаться, пока будет скидочка на один основной большой флакончик, и обязательно им затарюсь. Кстати, парфюм History я вот как-то разнюхала, девчонки, на самом деле. И хочу сказать, что он интересный. Вот этот приторно-жуткий медовый мне вообще не понравился. Любой оттенок помады Леди будет по 139 рублей. Я никогда не брала эти помадки, девчонки. Не знаю, даже мне больше как-то матовые нравятся. Вот опять эта новинка с некрасивыми цветами. Жидкая матовая помада суперстойкость. В принципе, по нормальной такой цене будет 375 рублей. Я давно хочу ее попробовать. Может быть, и акции еще подожду. Складная кисть для губ 175 рублей. Шок-цена на помаду матовое превосходство Металлик 199 рублей. Я вам сейчас покажу, какой у меня есть оттеночек. Девчонки, у меня оттенок румяный бриллиант. Это самый светлый оттенок, я так понимаю. Хотя тут есть еще вот розовый акцент, как бы посветлее. Но мне кажется, все-таки румяный бриллиант самый светлый в этой линейке. Мне очень нравится эта помада. У меня к ней прям тянется рука. Вот сравните с каталогом. Фокус. Вернись ко мне. Сейчас, девочки, фокус вернем. Вот. В принципе, похож, да? Похож. Но на деле посветлее, потому что может даже немножко высветлять губки. Мне очень нравится эта помада. Мне нравится, как она ложится. У меня к ней тянется рука. Я активно пользуюсь. Видите, видно уже на ежедневной основе. Прям вообще цвет потрясающий. Светленький такой. Надоели уже яркие помады. Хочется чего-нибудь такого повседневного. Опять нас покидает фокус. Вот он, да? Вот сама помадка. Классная. Мне нравится и текстура, и стойкость. Все в ней хорошо. Поэтому по 199 рублей взять, я считаю, это здорово. Металлический эффект, блеск я не пробовала, девчонки, и как-то желания особо нет. А матовая невесомость по хорошей цене будет 249 рублей. Тоже, может быть, присмотрюсь к этой акции. Помад много, как говорится, не бывает. На туши особенных скидочек нету. Подводка для бровей от Марк. У меня в цвете
по-моему, Light Brown, да, вот такая вот. Классный, кстати, оттенок, совпадает с каталогом, не рыжит, очень хорошо наносится, стойкая, мне вот все в ней понравилось. Уже, наверное, месяца два она у меня, и не засохла, девчонки, не засохла. Надеюсь, что и не засохнет. В линейке Люкс мы можем взять любые два продукта по цене 600 рублей, то есть две помады, либо помады и тушь, да. Для линейки Люкс это хорошее предложение. Потому что на нее вообще как-то редко бывают скидки. Мы все вот со знакомой ждем на легкую пудру хайлайтер скидочку. А она все не встречается в каталогах и не встречается. Я бы потом в этот удобный флакончик пересыпала бы обычную пудру какую-нибудь рассыпчатую. Потому что мне кажется, это удобный формат. В линейке Color Trend хорошие скидки. Бальзамчики. У меня, правда, 4 в запасе. Или даже, да практически все, наверное, которые здесь представлены, кроме ягод и ириса, да, у меня есть. И я люблю их, на самом деле люблю. Они очень здорово питают губки. После матовых помад прям восстанавливать губы, ими одно удовольствие. Тканевые маски будут по 79 рублей при покупке двух. Я еще не пробовала масочки от Avon, возможно, возьму потестить. Я имею в виду тканевые, да. Вот эта маска у меня вот буквально вчера закончилась. И, девчонки, мне нравится гораздо больше маска-пленка с икрой из линейки Planet Spa. Но это чисто мое, как бы, мнение. Знаю, что у нее много поклонников, но мне вот с икрой прям больше нравится, очень. Эффект заметен. От этой я практически никакого эффекта не вижу. Вот эта ночная маска для лица закупоривает мне поры. Я добивала ее на шею декольте. И обладательницам жирной, комбинированной кожи, девчонки, я ее не рекомендую. Сыворотка классная, но тоже для обладательниц сухой кожи. На себе я ее применяла в маленькой версии. Не закупоривала, конечно, поры так, как это. Но как масляный блин. Я наносила прям грамулечку, маленькую капельку, даже пол капельки и растягивала по лицу. И тогда, да, кожа выглядит хорошо. Витамин С вообще, когда содержится в уходовых средствах, это на самом деле здорово, потому что это аскорбиновая кислота, а все кислоты у нас как бы омолаживают нашу кожу. Вот так. Хочется попробовать единственное, что из серии New, это вот этот вот крем для лица мгновенное выравнивание. Девчонки, кто пользовался, напишите, пожалуйста. У меня есть BB-крем из этой серии, я от него в диком восторге. Он матирует, он делает кожу. Где он у нас? BB-BB. Что-то я тут не вижу его. А, вот он, девчонки, да. Он делает ее совершенной, бархатистой, вообще просто лучший тональный крем, который я пробовала. В этом году я их купила много, отставила все, и теперь оставила только эти. Из новинок прошлого каталога, что понравилось, девчонки? Пилинг-скатка, классная. На самом деле здорово скатывает, вычищает поры, делает кожу гладкой. Катышки эти легко смываются с лица, потому что есть некоторые скатки, особенно в белорусской косметике, когда они прям на лице застревают, и так тяжело их смыть. Здесь нет, все хорошо, кожа потом гладенькая. Но здесь где-то на 5 применений. За 230 рублей имейте в виду. Вот эта маска как-то, не знаю, к ней не тянется рука. Один раз попробовала, ну и как-то вот и ничего, девчонки. Ну, не стоит она 230 рублей явно. Я бы второй раз ее за такие деньги не взяла. На патче слышала отзывы, что, в принципе, обычные патчи тоже никакого вау-эффекта не производят. Я в обзоре корейской косметики вам оставляла ссылочку на сайт Style Korean, где такие патчи, 72 штуки, бывают по акции по 599 рублей прямиком из Кореи. Поэтому, мне кажется, 1000 стоит очень дорого. Загнули. В этом каталоге появляется мой любимый тоник. Наконец-то я буду запасаться им капитально. Матирующий тоник очищения. В составе есть пудра. А матирующий перед применением мы этот флакончик взбалтываем. И вот на лето это идеально. Моя любимая пенка, мой любимый мицеллярный скраб. Говорят, после 5-го каталога его перевыпускают. Не знаю, может быть, это и не так. Но я обожаю именно вот эти три продукта. Прям вот для жирной комбинированной кожи это находка. Девчонки мне их советовали раньше. И за это вам еще раз говорю спасибо, потому что это восторг. Вот эти три средства я рекомендую обладать жирной комбинированной, а пенку можно и сухой, она не иссушает. Супер, буду затариваться своими любимчиками, потому что на лето, мне кажется, прям вот этот уход, он идеален, просто идеален. Тоники по 99 рублей, я еще до клея скин особенно не дошла, у меня есть в использовании, правда, две масочки, черная, очищающая, голубенькая, а вот тоники как-то никак, но тоже может есть смысл взять себе на лето, потому что кожа летом будет еще больше жирниться. Вот такая у меня есть масочка, да, и вот такая вот для глубокого очищения. Ну, не знаю, тоже как-то вот как-то средненько. Средненько, понятно, что это и линейка бюджетная, но никаких вау-впечатлений не было. Платьишко новое, очень симпатичное, но видела отзывы уже у девчонок-трансеттеров, что как-то сидит оно не очень хорошо. И вот, может быть, только на таких худых девочках будет более-менее смотреться. Рюкзачок миленький, одежды много новой, но что-то прям вот удачных моделей совсем мало. Вот это платье, говорят, сильно очень мнется и сильно очень светит. Кстати, вот сумочка прикольная. Почем она у нас? 1299. Но она не через плечо, наверное. Большевато, да. Бижутерия новая, очень красивая. Мне нравится прямо из этой серии практически все. Ну, это платье как халатик. Вообще, я, конечно, даже в его сторону и не смотрела. А вот и сумка. Но она у нас без акций 1400. Это очень круто.
А беленькая 899. А, белый и черный 899, девчонки, маленькая. Вот, да. Вот что-то наподобие этих сумочек я и хотела. А за 1400 у нас вот такая вот большая. Симпатичный, кстати, дизайн. Буду думать, буду смотреть, пока еще есть время выбирать. Уж очень хочется. Вот еще интересные сумки. Ну, они прям дорогущие, по 2,5. Хотя искусственная кожа. Вот такие сумочки интересные. За 499, вот через плечко. Но она какая-то прям совсем банальная, хотя может быть и ничего. Летний вариант. На море, ну, я не знаю, девчонки, в связи с ситуацией в стране, конечно, на море мы навряд ли поедем. У нас в июне отпуск, я не думаю, что к июню это все уляжется. Ну, а так на пикничок куда-нибудь с собой взять вообще здорово. Красивые сумочки. Джеггинсы, да, джинсы, вот эти идут у нас по 999 рублей, а эти прям шок цена, 1800, ну ничего себе, это, конечно, да, шок цена. Пижамки классные, на пижамки тоже смотрю, 1199, цена классная для них. Вот это, да, все нравятся вообще, пижамы классные, пижамы у меня много никогда не бывает тоже. Корректирующее белье по очень небюджетным ценам. Новиночки появляются у нас, ароматизированные свечки, 4 целых вида на любой вкус, да, 349 рублей. Еще новинки. Полотенце, полотенце, тюрбан. Мне кажется, опять... А, это полиэстер. Я ненавижу полиэстер ни в полотенцах, ни в тюрбанах. Вообще просто терпеть не могу. Поэтому только из-за этого, девчонки, брать не буду. Платье синее очень симпатичное. Прям красивое. Блузочка. Интересно. 699 рублей. Я люблю такие блузки. Правда, посадка на модели крайне неудачная. Сделали бы, да, на плечиках и, может быть, заправить в брюки. Тогда смотрелось бы по-другому. А так на лето вообще блузочка классная. 700 рублей всего. Снова акция против рака груди. У нас получается браслетик и брошь. Да, брошь это уже была. Браслет я такой что-то не видела. По цене 300 рублей, 250 брошь. Бутылочки появляются в каталоге. Вот так они выглядят. 350 рублей. У них абсолютно такой же формат. Не считая вот этого вот... как бы внутренней части, как бутылка с фикса, а там они по 99. Поэтому, конечно, за 350 рублей это очень круто. Но зато в этот отсек можно добавлять ягоды, лимон, мяту, и не проникнут они в жидкость, как бы, и будет у вас насыщенный вкус летом, охлаждать и так далее, да. В серии Планеты Спа маски будут по 129 рублей. Мне больше всего нравится с черной икрой. Опять неправильно ее в каталоге нарисовали. Она прозрачная, с голубыми вкраплениями. Вот эта вот увлажняющая маска для лица сокровища Бразилии. Здорово тонизирует кожу. И, в принципе, все. Остальные вау впечатления не произвели. Охлаждающая не охлаждает. Русская баня, девочки мне говорили, охлаждает. У меня охлаждает секунды две. И все. И потом застывает в корку, поэтому больше брать не буду. Хорошая цена на тканевую маску. 95 рублей. Дешевле я ее не видела. А отзывы на нее прям отличные. Кремы для рук Инканта по 119. Сиреневый Инканта, розовый новинка и голубой. По-моему, уже окончательно убрали из каталогов предыдущую розовую версию. Нет, я больше всего люблю голубой, но здесь будут у нас акции во всех трех линейках только на лосьоны и косметические масла. А мне бы хотелось, конечно, в формате спрея получить скидочку, но посмотрю, посмотрю, может, на лето еще запасусь, хотя голубенький мой любимый у меня стоит. Ой, ну спреи эти я больше не беру, девчонки, потому что спирт, спиртяга, прям вообще, даже не хочется больше экспериментировать. Парочку взяла. И хватит. Гели для душа большие, 700 мл, 229. Пены по 299. Что же это у нас за аромат душевного равновесия? Ух, какой классный, девчонки. Это какая-то парфюмерная композиция, но пахнет здорово. Вроде и сладкий, и немножко освежающий. Лаванду, да, действительно чувствую. Это я всегда пролистываю, вы уже знаете, кто давно меня смотрит. Не подходят мне интимки, раздражения. Классные цены на детскую линейку будут тоже, но мы запаслись уже вот таким вот средством пены для ванн. Кстати, она как-то не очень, девчонки, пенится. Не знаю, может, у меня одной, но даже шампунь не пенится лучше, чем вот эта вот пенка. Ну, детская, может быть, конечно, она более щадящая, чем взрослый, но пенится прям вот совсем чуть-чуть-чуть-чуть. Я знаю, многие девочки давно ждали вот эти линейки с огурцом, оливой и хлопком. Еще авокадо, по-моему, где-то должно быть, но здесь нету. Цены, конечно, наибюджетнейшие. Я тоже как-то интересовалась этой линеечкой, но говорили многие девочки... А, вот алоэ у нас здесь, алоэ хлопок. Что может забивать поры? Не знаю, посмотрю, потому что цены бюджетные. Может быть, масочку возьму хотя бы вот такую, попробую. Потому что, насколько я помню, я брала ее в формате, знаете, таком мини-саше, где на одно-два применения, и мне понравилось. Поэтому... Посмотрю. Маски для лица по 99 рублей. Очень рекомендую вот эту с авокадо. Классно тонизирует кожу и подойдет даже для жирной кожи. Хотя она заявлена как питательная, да, для сухой кожи. Нет, она подходит идеально, девчонки, и для жирной кожи. Вообще супер маска, мне очень понравилась. Так, здесь у нас снова Планета Спа. Спреи, маски, крема для рук, увлажняющий лосьон для тела по классным ценам. Блин, вот это вообще супер.
Но она без скидки. Крем-масло. Такая баночка классная. Прям так серьезно. Avon Kea. Кремушки по 65 рублей для рук все. Для ног по 99. Гель для бритья 159. Хорошая, кстати, цена. Так, что тут у нас еще? Скраб для кожи Avon Kea. Любые два продукта за 219 рублей можно взять. И сюда же входит у нас из прошлой розовой линейки крем для рук. Розовый букет и кашемир. Поэтому, кто любит эту серию, наверное, последний шанс урвать хотя бы кремушек за 219 рублей. Ну что вот тут на 219 можно взять? Маска Splash Уход. Класс. Маска Splash Уход и Нью. Это прям как-то дешево даже, если за 219 рублей с чем-то еще. Не, на самом деле. Причем мне понравилась эта маска. На нее противоречивые такие отзывы. Девчонки, я использую ее как тонер. На ладошке наношу и похлопывающими движениями наношу на лицо. Лицо потом такое сияющее, знаете, здоровым сиянием, не масляным блином. Отдохнувшее, тон выравнивается. Поэтому вот эта масочка неплохая на самом деле. Так, и здесь у нас гели для душа по 85, малышки. И вот они, новые карандашки. Я вам сейчас покажу свой. У меня, девчонки, карандаш розовое золото. Я брала его, по-моему, по фокусу в прошлом каталоге. Вот так он выглядит. И сейчас сделаю вам сводчик. Мне очень понравилось прокрашивать им слизистую нижнюю глаза. Он здорово на ней держится, не растекается, в глаз не западает. Фокус, где ты, дорогой? Сфокусируйся. Сфокусировался. Действительно, есть легкий розовый подтон. Он очень мягкий. Вот так выглядит сам карандашик. Мягко рисует, здорово прокрашивает слизистую. И вообще, у меня прям от него дикий восторг. И губку можно вверху подвести, и бровь по контуру. В общем, карандашики вот эти классные. Кто любит такое вот мерцание на глазках, я вам очень рекомендую к ним присмотреться. И у нас будет цена за один. Один за 129 при покупке двух. То есть нам нужно купить будет два карандашка, чтобы сыграла цена. А так они будут по 199. Ну, мне кажется, все оттенки выигрышны. Нужно просто смотреть по своему цветотипу, что вам идет. Вот тут, по-моему, на модели, кстати, мой оттеночек, судя по цвету. И в этой же акции у нас участвует карандаш для глаз «Диамант», мой любимый. Просто карандашик без блесток и даже карандашик для губ. Присмотрюсь, девчонки. Карандашей для губ у меня сейчас мало. Акция очень классная. Ну вот, в принципе, и все. В конце туши у нас супершок. Мне не очень они понравились. У меня какая? По-моему, вот эта была. Не очень, нет, как-то нет. Вот и все, мои хорошие. Вот такой обзор каталога и всех акций по пятому каталогу Avon у нас получился. Если была вам полезна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока.